Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Ярославле на стадионе «Шинник» этим приятным солнечным днем. Тренер первой категории в школе в Ярославле. По эмоциям все-таки спокойно. Иви следит внимательно за атакой своей команды. И удар, посмотрим, сейчас может быть опасно. Чуканов налево, Масельчук, прострел, рикошет и мяч мог. Давайте еще раз посмотрим за этой атакой. Здорово, как часто говорят в таких ситуациях. Передернул на фланг. Андрей Чуканов отыскал там оставшегося. Упомянуть о том, что есть один человек, которого не хватает Шиннику. Впрочем, пока он не играл. Еще подача. Кулишев забивает своим. 1-0. Бывшим своим. Правило бывших работает. Да, совершенно верно. Как-то необъяснимо совершенно провалились в центре обороны. Еще раз смотрим за этим эпизодом. Простенькая атака по левому краю. Получает мяч Гангапшев. Очень легко уходит под Сослана Токасова. И меж двух башен оказался Артем Кулишев. Между двумя защитниками, оставшимися в центре. И спокойненько мяч перевел под рукой Нестеренко, который сам куда-то левее. Площадь, там уже Осипов, капитан Шинника, выискивает этот мяч. Да, подача, Осипов, удар в Нестеренко, в упор буквально. Сложно было как-то реагировать. Вот смотрим еще раз эту подачу. Мяч отскочил от Архипова аккуратно. Есть возможность у них уже пространством воспользоваться. Масейчук по старому маршруту вроде бы двигался, а дальше вот такой удар, и это блестящий сейв. 7 ободок за игру игрока этого Кубани, поэтому удар получился классный, и кончики перчаток чиркнули об мячик. Подкаты, и звучит финальный свисток. Ярославский Шинник одерживает победу в домашнем матче против Кубани.